пригласили божеств, они все пришли, нас благословили. Мы в себе открыли что-то новое, раскрыли какие-то благие качества. Пространство внутри раскрыли, свет раскрыли. Вот. Почувствовали бхакти, почувствовали любовь. Даже если немножко, вот этой капли будет достаточно, чтобы в следующий раз эта капля вам вдохновила вас на воспоминания о Боге. Это важно очень, потому что это на самом деле есть смысл жизни. Познать себя. Вот в этом смысл. Потому что вся наша жизнь за стенами этого зала. Ну, то, что касается того, что мы считаем важным, оно на самом деле не очень важно, оказывается. Мы вдруг можем обнаружить, что через, если подумать, через 500 лет наши проблемы сегодня не имеют никакого значения, не будут иметь, так? Через 1000 лет, через 500 тысяч лет, о боже, вообще это просто пыль. И единственное, что важно, это научиться любить, научиться любить Бога, научиться любить Бога в людях, научиться концентрироваться, научиться управлять своим вниманием, научиться видеть содержание своего ума, тенденции своего ума, как нас ум обманывает иногда, как у нас вводит, как роботов, делать то, что мы привыкли делать в прошлом. Вот нам нужно распрограммировать себя или сначала перепрограммировать на более лучшее что-то, да? Например, на киртан, на помощь другим, на медитацию, на молитву. Это перепрограммирование себя. Вот. А потом полностью распрограммировать себя, стать свободным. В этом цель. Споем три раза ом, закроем это пространство.